Максим Галкин опубликовал видео первой линейки в школе своих детей. Примадонна российской эстрады, певица Алла Пугачева не сдержала слез во время первой праздничной линейки своих детей, семилетних Гарри и Лизы, по случаю 1 сентября. Муж 71-летней артистки Максим Галкин показал в своем Instagram трогательное видео, снятое во дворе школы, где предстоит учиться детям, во время празднования Дня знаний. По словам юмориста, детей в этот день на линейку привели не только мама и папа, но многочисленная свита в лице тети, дяди, няни, даже друзей семьи. Сами виновники торжества, казалось, совершенно не переживают вступать на путь знаний, дети улыбались на камеру, выглядели веселыми и активными. В ходе праздника Гарри и Лиза прочитали стихи присутствовавшим. В какой-то момент в объектив попали обнимающиеся родители малышей, причем Алла Пугачева явно не смогла сдержать чувств и принялась в спешке вытирать слезы. В итоге Пугачева смогла взять себя в руки и продолжить торжество. «Для нас это был очень волнующий день. Благодарю всех за теплые слова», — написал Максим Галкин по этому поводу. Подписчики также отметили, что их тронули видеокадры первой линейки Лизы и Гарри. «Я что-то прослезилась. Но какие же прекрасные малыши. Удачи! Господи, уже? Макс, не может быть, как же все быстро, в добрый путь, солнышке. Поздравляю. Спасибо за прекрасные и трогательные эмоции», — пишут поклонники.